Девочки, всем привет, с вами я, Ася, и вы просили это видео, это типа покупки к школе. Угу, это лишнее. Да ну. Ладно, давайте начнем. Просила меня человек 10 и на почту, и под видео. И, собственно, я решила снять, извините за мой вид, я как бы еще немножко болею. У меня типа насморк, типа все такое, была температура, но ее нету сейчас. Так что... Ладно. Так, начнем с украшений, с аксессуаров. Из аксессуаров я купила всего две вещи именно для школы. И обе, я считаю, нужные, не просто для красоты. Первое, это вот такие часы с Алиэкспресса. Тут написано «Женева». Женева. Стоили они $2, просто в школе, я считаю, мне нужны часы. Потому что мне просто тупо неудобно без часов. Так как... Если вдруг кто-то запалит мой телефон, его благополучно заберут. Вот такие вот часики я купила за $2. Это как бы смешно, тем более они пришли, они уже ходили. Вот сейчас они ходят. Вот. Правильно время? Правильно время показывают. Как бы все хорошо. У нас поменять батарейку стоит 200 рублей, а тут за $2 часы уже с батарейкой, которые идеально работают, очень красивые. Буду заказывать еще, если они проработают мне еще хотя бы месяц. И вторая вещь это... Сейчас я ее распутаю. Вот такая хренотень для уголков на воротничке. Вот такая вот. Купила в Центр Обуви за 39 рублей по необходимости. Я купила себе блузку, которую я вам скоро покажу, а на ней воротнички вот так вот вверх заворачиваются сами по себе. И это не разгладить ничего, поэтому купила такие штуки. Прикольно смотрится. Ничего не могу сказать. Так, пойдемте дальше. Дальше я вам покажу школьные кофты, сразу говорю. Не пишите в комментарии, что очень много школьной формы, что как бы зачем столько. Просто я такой человек, я не люблю ходить в одном и том же. Мне это надоедает, я люблю разнообразие. Так как в школу, извините, не оденешь джинсы с яркой кофтой, собственно, ничего такого. Приходится отрываться на школьной форме, а там отрыв такой вот. Я смотрю, у меня такая кучка черно-белая с одной цветной, с двумя цветными частями как бы. Так, первое это вот такая вот кофта. Я не буду, как в прошлом году, показывать вещи на себе. Это очень долго и муторно. У меня осталось немножко вещей из прошлого года. Они не все сносились. Вот такая кофта фирмы Adidas. У нас сейчас в Питере, в Варшавском экспрессе, открылся дисконт Adidas. И на просвещение есть дисконт Adidas. И вот эта кофта стоила каких-то там жалких 600 рублей, что ли. В Adidas за 600 рублей кофта? Да вы шутите. То есть, как бы... Это смешно, поэтому я купила кучу вещей в Adidas, это все оригинально, то есть, как бы, без вопросов. Полосатенькая, красивенькая, я люблю такие кофты, тем более мои все с прошлого года сносились из-за наших идеальных школьных стен, которые сделаны, знаете, таким специальным декоративным песком, что пройдешь мимо и что-то зацепляется. Вторая кофта просто тупо черная, такого же типа, из Оазиса. Бирка уже отрывается, размер S, кота XS. Обычная кофта, ничего не могу сказать, стоила также с ранних 600 рублей. Так, третью кофту я купила еще в мае. И одела еще в мае один раз, но все равно вам покажу. За 200 рублей в H&M на распродаже вот такая вот кофта красненькая. Из коллекции DVDB H&M, XS-очка. Обычная кофта тоже как бы. Дальше я купила только одни брюки, я не особо люблю брюки, и с этого года нам запретили в школу, ну, по крайней мере, многие ходят, но как бы уже говорят замечания, ну, как джинсы черного цвета, в обтяг это все нельзя, в обтяг под джинсы такое нельзя, только из брючной ткани, и вот я думала, что купить, и купила вот такие. Они из Зарины. За 99 рублей в дисконте Зарина, вы шутите. Вы это видите, да? Пардон. Ладно, пофиг. Не обращайте на это внимания, я снимаю, потому что на листе бумаги. Как это называется, я не знаю. Так, вот
такие штаны обычно 99 рублей в дисконте за ринг. Господи, если они за месяц носятся, их будет не очень жалко, но они идеально на мне сидят. Это 42 размер. То есть XS, S, вот так. Зарина. Очень классные штаны, вообще без брака, все чики-пуки. Дальше платье. Тоже было одно. Это Love Republic. Не помню, сколько стоило. И мне его подарили. Это вот такое платье. Красивое платье, мне выше колена, красиво сидит, его надела на 1 сентября, можете посмотреть фотки в Google Plus, я их скоро выложу. Очень хорошее платье. Love Republic. Короче, норм. Дальше пойдемте по футболкам. Футболки было две. У меня есть традиция, уже с 5 класса у меня. Каждый год я покупаю себе где-то две белые футболки ходить в школу. Я не люблю блузки, мне в них некомфортно. Я люблю свободную, удобную одежду. И поэтому покупаю белые футболки, нам разрешают в них ходить. В этом году это было Инсити, потому что я не люблю Инсити. Я не приветствую одежду с рынков. Вот это вот вообще фу-фу-фу-фу-фу. В рынке, базары, фу. Вообще, ну... У всех свое мнение, я вообще это не приветствую, я считаю, что там некачественные вещи за достаточно большие деньги. Как бы купить футболку на рынке за 600 рублей, купить футболку в том же H&M за 200 рублей, это совершенно разные вещи. Глория джинс магазина я не приветствую, Инсити тоже не очень. Но вот тут была акция, три вещи за 500 рублей, то есть как бы вообще бесплатно. Вот такая футболка, первая, и вторая на мне, такого же плана. Только у нее на спине шифоновая часть. Вот тут тоже такая. Ну, то есть. Также в Инсити я купила блузку, но вот это было действительно классной покупкой. Очень классная покупка. 42 размер. Она вот такого вот плана. Я ее заправляю в юбку. И очень красиво смотрится. Это действительно такого школьного плана блузка, распашоночка такая. На самом деле это очень удобно, но ее очень долго гладить, это очень муторно и запарно. И вторая блузка, собственно, для которой и покупались вот те вот штучки для воротничков. Сейчас я вам ее покажу, только извините, что она не до конца закрыта. Вот, тут даже сейчас воротнички выворачиваются, когда она на шею одевается, ну вот так происходит. При том, что она мне как раз, это эмочка, она даже мне широковата в плечах, просто другого размера не было. Она стоила в Калиопе, в галерее, в жалких 200 рублей, то есть как бы вообще не деньги. Вот такая вот блузка. Туфли я вам, кстати, свои не буду показывать. У меня одни туфли Adidas для йоги, очень неудобные. Я сначала купила их. А потом узнала, что они для йоги. А вторые туфли из Дишмана, просто до ними нужно идти в коридор, доставать из пакета, в котором я ношу обувь. И вторые вообще, я не знаю, выкинула, наверное, потому что мне они не нужны, они рвут колготки. Они натирают пятку и рвут колготки, которые первые, короче. Так, дальше пойдем по юбкам. Юбки было три, плюс осталось две с прошлого года. Первая юбка это вот такая вот. Это хаус магазин, сильвер билет, серебряный билет, эска, вот такая вот юбка. Сзади у нее разрезик. Красиво смотрится, как бы по бедрам сидит. Красиво. Дальше юбка из H&M, с каких-то сраненьких 400 рублей. Я покупаю школьную форму дешево, зато много. То есть, как бы, это очень удобно. Так, вот такая юбочка, еще ни разу не носила. Это 36 размер, даже вру, 250 рублей. Ну, то есть, как бы. Так, и последняя юбка. Это вот такая. За 99 рублей из Калиопа, красивая юбка. Хочу попробовать надеть на днях, но вот еще не знаю. По длине она мне, я не буду вам показывать, я просто примерю. Выше колена, кстати. Наверное, завтра ее и одену. Так, теперь приступим к моему школьному ранцу. У меня уже
меня в школе спрашивали, вот меня бесят такие вопросы, типа, палёно, Adidas палёный? Я говорю, нет. А вот у людей такое странное представление, что как бы, что Adidas что-то так заоблачно дорогое. Покупайте в дисконте. Там стоит так же, как какой-то долбанный DMX, который носить нельзя. Ну, мое мнение. Я не люблю DMX. Я считаю, что это как бы дешевое, некачественное такое вот. Так же, как Outside, или что-то такое называется. То есть, как бы, есть одежда качественнее и дешевле. Дешевле, да, именно. Я не говорю, что Adidas. Тот же H&M. Он на распродажах, его можно купить там по 100, по 200 рублей. То есть, как бы. Вот такой вот рюкзак. Он самый простой, просто мой рюкзак с Алиэкспресса порвался немножечко на лямках, я его ношу в музыкалку. Вот сейчас смотрите, качество Адидаса. Я ношу, у меня сейчас каждый день по 6 уроков, и с лямками ничего не произошло. А когда я носила в прошлом году по 5 уроков, и сейчас такие уроки, что как бы нужно много тетрадок и много учебников, что мне даже тяжело поднимать как бы. Сейчас такие уроки, что... Так, ладно. Когда я носила в прошлом году по 5 уроков, у меня уже на второй день порвались и начали рваться лямки. Мой пенал — это вот такой вот пенальчик из H&M. Да, пенал из H&M. Сейчас я вам покажу этикетку, потому что сама я, честно, не очень в него верила, когда купила. На самом деле. Потому что, блин... Пенал в H&M, он продавался не как косметичка, он продавался как пенал. Это немножечко меня удивило. Ну ладно, и из прибамбасов школьных, потому что мне сказали показать школьные прибамбасы. Ну и это по-быстрому. Тетрадки я не буду показывать, колготки тоже, колготок мы очень много купили. Первое — это вот такой корректор. Я не люблю замазку вот с кисточкой, я люблю именно такую замазку, это в ручке. Красная ручка, транспортир, линейка, циркуль, который я вечно ломаю, я не знаю уже какой это по счету, карандаши, ручка такая, обычные ручки, их тут много, еще одна такая, и стерка, ну, ластик, да. А, еще вот такие вот стикеры. Ну, их предназначение я не буду объяснять, как бы. Ну нет, они не только чтобы клеить лучше подруги на спину наклейку. Они еще для того, чтобы что-нибудь помечать, так как учебники школьные, и в них прям писать нельзя. Если ты клеишь такую бумажку, то потом ее можешь снять, как бы. И все норм. Да, удобно. Ну, собственно, это были все мои школьные покупки. Я не буду вам показывать тетрадки, не буду показывать. А дневник не могу показать, так как у нас. В школе вот такой вот дневник. Школа номер 266, Санкт-Петербург. Я не люблю вашу школу за то, что у них такие дневники. У меня лежит дневник один, я хотела попросить, чтобы мне дали носить свой дневник, а не вот эту вот хренотень. Но нет, нельзя. Хотя один год я в 4 классе ходила со своим дневником. Ну, я думаю, все. В общем-то, больше ничего такого важного нет. Всем пока, с вами была Ася, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите положительные комментарии внизу, оставляйте свои видео, ответы под видео, вопросы оставляйте там, отзывы, я не знаю, рассказывайте, что купили вы, снимайте видео о том, что купили вы, и напишите, какие видео вы еще хотите. Скоро выйдет еще покупки из Adidas, а может, я выложу даже раньше, и просто мои покупки за лето. Это все как бы совместная часть моей покупки за лето, просто будет называться мои покупки для школы, мои покупки за лето Adidas, мои покупки за лето, все остальное, потому что для Adidas там отдельное видео, я ни в коем случае не хвастаюсь, честно говорю, поэтому не надо писать такие комментарии, мне они достаточно неприятные. Поэтому все, всем пока, с вами была Ася.